За круглым столом собрались руководители и редакторы телевизионных, печатных и интернет-изданий края. Началось совещание с поздравления генерального директора телекомпании ФКТ. Сегодня Олег Алексеевич Бурунин отмечает день рождения. Глава Сочи Анатолий Пахомов поблагодарил руководителя нашей компании за активное и надежное информационное сотрудничество. Спасибо. Города России. Спасибо большое. Здесь есть Сочи. Вы работаете на благо Сочи. Спасибо. Как раз о благе, которое принесла городу Олимпиада, и говорили в ходе встречи журналистов Кубани с мэром. Анатолий Пахомов подчеркнул, что именно средства массовой информации могут помочь властям решить многие вопросы, касающиеся улучшения качества жизни горожан. Пресса – это один из главных индикаторов состояния общества, благодаря которому власть может знать о проблемах и намечать пути их решения. Вот я так считаю, уверен в том, что мне удалось уже во втором муниципальном образовании именно таким образом выстроить свои отношения со СМИ. Могу сказать, что тут только максимальная открытость, прозрачность – это главный приоритет работы администрации города. Журналистов интересовали подробности успешной подготовки и проведения игр, работа сфер гостеприимства, развитие олимпийского туризма и дальнейшее совершенствование курорта. В частности, как отметил мэр, в городе продолжается программа по приведению к единому архитектурному облику горных сел и обустройства Лазаревского района. А познакомиться с уже созданной инфраструктурой кубанские журналисты смогут завтра в ходе пресс-тура по олимпийским объектам Сочи.